В начале сентября произошло знаменательное событие для нашего жанра. Прошел фестиваль юмора в Сочи. Все очень хорошо выступали, но особый успех выпал на долю двух бабулек. Ну, просто сумасшедший успех у них был. И я подумал, а что мы-то, рыжие, что ли? Пусть они у нас в Измайловском парке не хуже выступят. Новые русские бабки! Народные артистки регионов России Матрёна Мигматуллина и Клавдия Яточек. Рыжая старушка снова опоздала, снова я как дура стою одна. Вот куда пропала, только что стояла, пальцем ковыряла в носу она. И вот так постоянно, это Клавдия Ивановна, что-нибудь забудет надеть и снять. То порвались колготы, то напали готы, то котенка с дерева надо снять, вот срочно снять. Ну чё опять? Всем приветик, братцы, незачем пугаться. Просто опоздала минут на пять. Просто за кулисой кто-то симпатичный у меня хотел телефончик взять. Я дала ему номер, он на шифре помер. Еле откачала и сразу к вам. В общем, здравствуйте, люди, сейчас нормально будет. Выпадем из жизни минут на сто. А рифма где? А рифмы нет. Да-да-да, с рифмой беда. Но для песни веселой все ерунда. Мы приехали к вам издалека, нигде стихов не пишет никто и никогда. Да, 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 да. Я точно, да, да. Как караоке. Да, сейчас? Товарищи, как в караоке. Да, вот это да-да-каш. Да. Товарищи, я мы с ней часто в последнее время ходим. Вернее, я ее вожу. В караоке вожу, в театр вожу, в кукольный показ, в кино вожу. Везде ходим, да? Да, народ куда только не ходит. Все, как говорится, хотят хлеба и зрелищ. Ой, про хлеб ты молодец напомнил. Удачно. Я сейчас расскажу обязательно. Товарищи недавно тащат меня на балет. «Лебединое озеро» называется. Пустый добище балет знал я. Разве пошла бы с тобой? Почему? Тому, не прикидывайся. Ты о чем? Вот о чем. Да ладно еще. Нет, не ладно, ты зачем на сцену хлеб-то кидать начала? Лебедей хотела подкормить. Зачем? Вы больно, они худые. Прям перед и кости по сцене еле идут. Хромают. И все в белых тапочках, прикинь. Это пуанты, чокнутые. Я и говорю, идут вам все на этих, на понтах. Да на пуантах еще раз говорю. Поцелуй меня в пачку. Тетушка, насчет поцеловать в пачку не знаю, но в табло двинуть могу. А что ты нервничаешь? А что ты ведешь-то, как это, кстати? А ты как-то, да? Я забыла спросить. А это зачем это? Когда мужики-то балеруны на сцену вышли, ты армейский бинокль достала. Ты что там разглядеть-то хотела? Может, я хотела понять. Чего понять? Кто вожак стаи? А. И кто же вожак? Ну, понятно, кто. Кто хуже всех танцевал? Кому больше всего мешали эти как? Тихо, тихо. Пуант. Товарищи, смотрела на сцену и думала, не на тот. Не на тот пруд лебедей-то вы. Ну, естественно. Я бы с этим лебедем пару гадких утят настрогала. Ну, кто бы сомневался, ты уж точно на... Ты что, правда строгать тут собралась? Глава, ты что, позориться, царевна курица? Это зачем ты делаешь вот эти дверь? Ты думаешь, это красиво, что ли? Хватит костями, ты греметь суповой набор в пачку. Ничего не понимаешь, это танец. Танец, умирающий от любви лебеди. Да умри ты уже. Ты что, сдурела, что ли, а?
Прям в копчик. Слушай-ка, люди-то не для того пришли, чтобы смотреть, как ты тут извиваться. Тоже мне Волочкова сушеный вариант. Не пойду с тобой больше на больнее. А в кино пойдешь? В кино не пойду. Там секса много больше, чем на экране. И ты тоже чокнутая. Товарищи, еще один вопиющий случай расскажу. Недавно Айда Грицкодня в кино на фильм ужасов. Как уж он называется? «Мертвые мертвецы». И главное, свет потушили, и уже заставка началась. Columbia Pictures представляет фильм Джона Джей Джея младшего «Цветок убийца. Часть вторая. Ужас в кинотеатре». И тут эта цветочка зашла в зал и пошла перед экраном с двумя ведрами попкорна сладкого. И так делал. Свет включили, все подумали, фильм ужас уже начался. Причем в 3D, не плоский тебе. Я в темноте заблудилась. А сейчас, говорит, заблудилась. Представь, только сидит и, правда, ходячая реальная пошла. И ножку под волаки, это похоже. Ты, гляди, что показывать начала. Ну, хватит уже, а. Хватит! Хватит? Это надпись на китайском роддоме. Хватит! Ты все врешь, ведь все не так было. Конечно, не так было, еще страшней. И главное, ладно бы просто прошла. Нет, она поперла через ряды лезть и орет «Матерь!». А изо рта зубы вываливают туда. Ты что, правда, дура чокнутая, что ли? Это попкорн. Зрители ее увидали, сразу паника началась. Зато мы кино одни смотрели. И никто над ухом не чавкал. Тебе никто. Чавкуны. Попкорном своим чавкал, и еще поплевывала. Хоть пу, хоть пу. Думаю, что она плюет. Ты что плевал-то? Это что, семечки, что ли? Там нет кожурков. Все, едят в нем. Я метко плююсь. Пару раз даже стукнуть хотелось. А что не стукнуло? Жалко, на тебе и так природа тут дохнула. Чем отдых был в системе? Все включено. Ландклюзив. Что ты ворчишь, а? Ну что ты ворчишь-то? Уйди. Ворчит, ворчит! Уйди, сказала. Бабы всегда ворчат, когда у них мужика-то нет. Я в поиске. Женщина, я вам так подскажу. Сейчас так. Хорошего мужчину можно на попсовых концертах встретить. Вот поэтому женщин туда косяками и прут. Сама виновата, не обижайся потом. В прошлую субботу. Айда, говорит, сходим на концерт. Я говорю, на кого? Ну, айда, придешь, увидишь, приходим. На Стаса Михайлова. И чего? Я женщина за 40. Здравствуйте. Бери, не хочу. Не надо. Я разведенка, я люблю Стасик. Певец Стасик, приличный человек. Пел песню, никого не трогал, пока не оказался в опасной близости. Это же занутая фанатка. Прыг к нему на шею и повисла, как паночка. А Стас Михайлов поет. Отпусти, отпусти, слышь, старуха. Не кусай меня в ухо. Ты в груди моей зачем рванула шерсть и клок? Не кричи, не кричи громко, Стасик, ты меня забери хоть на часик. Вот и будет у старушки клёвый мужичок. Качок! Ты говоришь, перед кинцом неудобно. Полиция вывела с ОМОНом. Это вот ладно, наручники не надели. Брыкалась, как овца. А ты знаешь, сколько билеты стоят? Как за такие деньги до шерсти клок не вырвать? Молодец, я молодец. Стасик. Насморк прошел. Это что за вещь такая, а? Это мне повезло, это я на сувенир. Продай. Чего продать? Вещь вещицу. Тебя денег не хватит. Хватит, сколько тебе стоит? Иди в банк сходи. Че? Еще раз кредит возьми. Подкалываешь? Ты за билет-то выплатила? Выплатил. Ты позор, взрослая женщина. Я шоколадный зайчик. Я маленький. Ты на себя погляди. Чего? Да ничего. Нет, чего? Да не буду я молчать. Ну-ка. Товарищи, пошли мы как-то с ней в театр кошек под управлением Куклачева. Я тебя просила никому эту историю не рассказывать. А зачем ты представление сорвала? Ничего я не срывала. Срывала. Сначала юбку сорвала, потом представление. Не виновата я, он сам лопнул. Товарищи, у меня знаете, что случилось? Это вообще ужас. Пузырек с валерьянкой в кармане лопнул и по ногам потекло. Кто тебя чокнутый надоумил-то в кошачий театр валерьянку привез? Я всегда с тобой ношу, тебя же нервы, я ее пью. Он разбился в левый носочек, протек и воняет, а эти бросились, их 200 штук у него.
по программке. Товарищи артисты театра Куклачева как учуяли валерьянку-то, набросились на Матрёну и давай ее все облизывать. Эта чокнутая запрыгнула на занавес. Тут нету, там занавес был. Она запрыгнула и полезла наверх. Кошаки за ней лезут, орут. Матрёнка каким-то тапком отбивается, орёт. Зрители орут. Куклачев выбежал, орёт. Господи! Это он ей под юбку заглянул. Глянул сверху, матушки. Глянул снизу, батюшки. Еле котов от нее оттащили. Вот знаешь, что подумала сейчас? А вот ежели коту приклеить на лапу наждачную бумагу. Зачем? Он ведь будет тогда не только умываться, но и бриться. Да не расстраивайся ты. Я знаешь, что придумала? Мы с тобой в следующий раз на футбол пойдем. Зачем? Так ты в кармане бутылку водки раздави. Зачем? Чтобы мужики на тебя так же набросить. Бессовестно. Глядишь, и счастье свое найдешь. Ты глупая женщина, не мужика счастье. А в чем? В том, чтоб тебе, ну, комфортно было ходить куда хочешь, делать что хочешь. Одним словом, чтоб тебе просто было хорошо. А когда мне хорошо? Когда зрители над тобой смеются и мне хлопают. Развлечений нас так много, выбор есть, и слава богу, мир, театр, кино, музеи и балет. Если вы собрались, братцы, отдохнуть и посмеяться, приходите к двум подружкам на концерт. Мы для вас играем, мы споем, и даже спляшем. Бросите от смеха пару лишних килограмм. Для грусти нет причины. Эй, красивые мужчины, подходите, я вам всем автограф дам. Ты кто ты? Иди, сурок. Выступать мы обожаем, и сегодня вам желаем, чтобы у вас от смеха лопнул вам.